У тебя же там все лежало. Новицкий. Андрюш. Вот диплом. И Новицкий. Молодец, да нет, он что-то... Катюша, закрой презентацию. Ой. Это что такое? С этим, вообще говоря, можно и не беспокоить комиссию, что за пачка листочков. Тебе не попадалось такое словосочетание «неуважение к членам комиссии в жизни»? Первый раз слышишь? Нет, Андрей, вот, мы говорили-то сколько раз на эту тему. Что это за чертовщина? Простите. Понял. Ладно, без толку. Да нет, это что собираете там? А тут собирать нечего. Меня зовут Алексей, я представляю вам свой дипломный проект. По совету учителей и одноклассников я выбрал в качестве дипломного проекта проект о литературе, в котором нужно было выбрать одно из пройденных десятков классов произведений и визуализировать их. Я выбрал произведение «Премудрый пескарь» и сделал видеоролик 3-минутный в форме музыкального клипа, взяв за основу мораль этой сказки. Вот, значит, снималось это все в течение разных дней, то есть разные среды и разные персонажи. Смысл таков, что один персонаж сидит дома за компьютером и проводит там свое время, в то время как другие персонажи гуляют, играют на музыкальных инструментах, занимаются спортивными практиками. То есть я постарался принести мораль сказки в современный мир.
Я хочу увидеть литературный сценарий как раз из тех, что... То, что я написал про смысл записки. За какой следующий раздел? Называющийся смысл. Вы не могли бы поговорить в микрофон? Можете его взять поближе? Попытка кратко и емко изобразить мораль сказки про Минера Паскаля? Ну да, и там про цвета. Я не помню сказку про Минера Паскаля. Мне очень стыдно в этом сознаться. Я не могу... У нас групповая визия, поэтому можно запомнить суть. Поэтому очень хотелось бы одним глазком взглянуть на сценарий литературы. Что там в сказке, собственно? Сказка про рыбу, которая про рыбу, которая боится выйти из своего дома, но всегда мечтает о том, что она когда-нибудь заведет себе девушку, будет с ней плавать, но она боится, поэтому в итоге сидит дома и живет за этого долго, но очень скучно. В итоге она умирает. Я немножко изменил конец, сделал намек на хэппи-энд. А как этот, там, по-моему, еще был, что он всех получал при этом, как надо жить? Ну, да. Вопрос следующий. Очень хочу сценарий увидеть. Где-нибудь. Причем ну, тут все, что есть. Да. Да, у меня немножко ассоциаций было. Ассоциации. Вообще, я правильно понимаю, что предполагалось, что вот эти вот активные товарищи, они должны ему звонить и его вызывать, потому что вызывал только, собственно, напарничек, который, в принципе, так хорошо. Ну да, просто по логике, я как бы я сначала пытался понять, что происходит, потом я понял смысл, потом я стал задумываться, зачем нужны остальные, если они не звонят. Они сами себя один барабан убьет, другой подтягивается. Одного в прямом смысле. Ну да, то есть здесь, здесь просто сравнение идет образа жизни этих героев. Чтобы если все сравнение, должно быть что-то. Противопоставление. Ну, то есть, да. А противопоставления нет. Один бьет по барабану, другой бьет по клавишам. Все, я понял. Клавиши, это, например, братья, кстати, одна семья, и мама ему ругается, что ж ты дома сидишь, когда у тебя... Ну, то есть, ну, да. Не было. То есть, знаете, просто, да, я уже сказал... Они как единое целое, ну, как бы, ну, какой же образ жизни? Да. Один бьет, другой бьет, смотрит, третий подтягивает. Единственное противопоставление, которое есть, это вот парочка, это, которая гуляет, правда, но они вот тоже бегают, по кругу, бегают, да. Но они тоже, в общем-то, в своем кругу. Да. Ну, где упомянутые где происходящие, ну, я не вижу... Ну, это где мораль-то, которую вы хотели перенести вообще? Нет, ну я, например, понял мораль. Мораль, потому что плохо сидеть за компьютером, надо выходить на улицу. А за барабаном? А за барабаном? За барабаном, наверное, тоже хорошо, я прав? За барабаном хорошо. По барабану да, то есть да, плохо, а здесь да, только одна стрима. По-моему, тому, кто встретил в итоге стало фактически себе. Дело в том, что маску пришлось надеть, потому что персонаж играл один и тот же, то есть тот, который сидит за компьютером. Не, ну маска же есть. Вот, дело в том, ну да, то есть я хотел снять другого человека. Ни в чем абсолютно. То есть маской мы просто скрыли его лицо. То есть вы взяли первую попавшуюся маску? Да. А что, по предыдущей ничего не могли? Ничего. Ну это ты понимаешь, да? Неминуемо будет вызывать вопросы у каждого. Сложно объяснить, как-то лучше. Да, вот символ мужества. Я хочу сказать, что Андрей сложная ситуация. Он делал работу за работой, но он при этом интересовался, в общем-то, не цельным результатом. Взять этот сценарий, вы интересовали технические моменты. То есть он стал потрясающе, остановил авторы. Прекрасно, можно было сделать. Моменты операторской работы, что были тоже великолепны, включая его последний опыт. Можно было сделать. Сложность наша была в том, чтобы сделать законченный диплом. Поэтому из множества работ выбрали наиболее законченную, завершенную. Нет, красиво, на самом деле, действительно снято. Нет, снято, я хорошо. Снято так, что как бы я понимаю, что кто-то из. Кто-то из маргинальных группировок начала 20-х годов прошлого века
Я могу сейчас показать 6 его работ, каждый из которых очень интересен с точки зрения технических средств. Я считаю, что квалификация компьютерной графики Андрей заслуживает по совокупности работ. Нет, Георгий, давайте мы это обсудим. А можно тут последний вопрос? По работе. Давайте литературу литературы довольны, когда видели. Хорошо, можно последний вопрос по работе? Почему выбрано именно такой способ представления презентации? Почему это сделано в виде видеофайла? И, собственно, почему у нее такое оформление? И что значит вот это вот, что ли, дымок, то ли что-то, право держу? Значит, я сделал не интерактивную презентацию, потому что мне нет PowerPoint, к сожалению, на компьютере дома. Open Office. А вот такая штука, движущаяся справа, это для дизайна. Это просто для для дизайна сделал. Без нее хуже смотрю. Такой титульной страницы. Почему там 5 разных цветов? В смысле, где? Открой видео. Не запускай, просто. Вот даже можно. Так, сколько? Раз, считай. 2, 3, 4, 5, 6. 6 плюс 2. А 6 а, цветов? Кому принадлежит сказка, в названии которой допущена орфографическая ошибка? Нет, нет, Александр Владимирович. Что? Какого черезания? Это у меня... Я не вижу здесь. У меня просто предыдущая версия вот этого файла случайно совершенно не то принято. То есть там у меня исправлена, да, ошибка. Это хорошо. Почему 5 цветов? А... И просто как так. Минимум 2 шрифта. Да. 2 шрифта еще нормально. 11. Нет. А 11. Нет, это один и тот же шрифт. Это один и тот же шрифт. Это один и тот же шрифт. Нет, это не один и тот же шрифт, Андрей. Это 2 шрифта, причем шрифт не русифицированный, поэтому он заменил шрифт на что-то близкое. Вернее, первое попавшееся. Поэтому кавычки и 11.1 у тебя один шрифт, а все остальное другой шрифт. Не, ну, а потратить время посмотреть, это зачем? Примерно один. Мысли так далеко уже там у нас где-то такое-то. Абсолютно далеко. Что у тебя, хода работы? Ты что, ничего не делал? Почему ход работы у тебя вот столько? Или вот. Комиссия, ты посмотри, сколько народу взрослых собралось тебя посмотреть. А у тебя вот такой ход работы. Что мне говорить? Вот еще я буду расписывать что-либо. Какой там сценарий, литературный, режиссерский? Зачем делать, как Сашка, 4 тома, да? Хотя 4 тома, конечно, это она. То есть вот это небрежность. Само в отношении к работе с момента сначала замысла. Если замысел, а ну-ка поснимаю чего-нибудь, я не увидел ничего. Ну, лучше считать, что эти... Я не знаю. Я решила, что я, наверное, сильно постарела и ничего. Примерно так же. То есть большой такой когнитивный диссонанс. Наши новые. Причем на самом деле есть что показать, есть чем похвастаться. Мы же знаем, на что ты способен. Работа хорошая. Не говорили бы, что коучи или она уже лучше. Это применение эффектов фосфорефекции, это траля-ля. И все, отлично. Все показал, что умел, да. Музыкальный клип. Я так вижу. И все. Все же так приходят, музыкальный клип, я так вижу. Калифорния, Снегурна, пожалуйста, что хотите. Вот. Все нормально. А тут... Молодежь, да, связи маловато. Все, наверное. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.